В наших салонах поступила новая Toyota Camry из Китая. 2,5-литровый двигатель выдает 209 лошадиных сил и 250 ньютонов-метров крутящего момента. Работает в паре с 8-ступенчатым классическим гидротрансформатором. Полностью светодиодные фары с функцией включения и выключения дальнего света. Внутренняя часть фары стала черной. Расширенный хром-пакет. Полностью светодиодные задние фонари. Двухпоточная выхлопная система. Пассажирское сиденье с электрорегулировкой и возможности управления со второго ряда сидений. При стандартных 7 подушках безопасности, 2 боковые подушки безопасности дополнительные, которые встроены в сиденье второго ряда. Причем спинки этих сидений могут быть разложены. Панорамная крыша с люком. Двойные звукоизолирующие передние стекла. Проекция на лобовое стекло. Полностью цифровая приборная панель. И множество помощников. И как всегда, максимальный комфорт, надежность и безопасность.